Я еще не снимала. Вот теперь все, буду снимать, сейчас замолчат. Как я ворот делала, я не пожалела, взяла рубашку. У меня на другом платье, на платье первого, я рукава не знала, как сделать. Я тупо пожертвовала рубашку, отодрала от нее рукав, я приложила ткань, отбила. От рубашки рукав? Да, я отодрала от рубашки рукав, обвела его на ткани, которую мне нужно было. Подогнала, мне нужен был узкий рукав, не стандартный рукав, а именно суженный к низу. Я его подогнала, чуть сузила. Вот, соответственно... Ну, ты у нас, наверное, мастер по пошивке. Нет, не расшивается, просто до локтя расшивается, здесь тебе получается сужение. Ну, блин, у тебя-то есть эти знания? А в плечах ты просто берешь на размер больше. Я даже не знаю, как правильно нарисовать, вырезать, блин. Говорю я лучше, чем шью. Так вот. А смысл с рубашкой, на самом деле, банально берем обычный армейский камуфляж. Он у тебя идет вот таким вот треугольником. Что, собственно, поверх него, если берем воротниковую стоечку, очень легко нашивается все, что угодно. Прекрасно! Замечательно! Я доделала воротник сама, отодрала от рубашки воротник. Ну, у тебя левый край, точнее правый, относительно тебя, ниже, чем левый. Да, я знаю, он кривой. Ну, собственно, пароли-то можно оставить, там вся... Заметьте, я не тролль, я просто критикую. Ты критикуешь, да, я тебе просто говорю, ты сама первая начала, чтобы тебя начал критиковать. Критика была бы оправдана, если бы я была бы true косплеером со стажем, и тут я что-то, блин, нажралась в последний день перед косплеем и сшила косплей через жопу. Тогда да. Респект тебе! Ну так вот. Дай мне полосу сигарет. На глаз тебе не дать? У меня там очки, там защита. Блин, мне сигарет кончил. Нет, даже сигарет. Ну так вот. Я отодрала от Ник, причем ты видишь, он двойной. Из этого из габардина нормально еще было вырезано. Как я намучилась с этим крепсатином просто. Во-первых, на самом деле, мы если берем рубашки, во-первых, пошивки, мы все правы. Ты меня можешь дослушать? Нет. Без комментариев? Ты меня выведешь из себя, блин. Я тебе говорю, как ты делала. Я же говорю, усаги вторая. Ну как ты делала, это понятно уже. Я тебе говорю, как я мучилась, как я страдала, блядь. Тем ворочем, сколько нервов у меня было вымотано. Сразу довольно приехала. Вот. Правильно делается треугольник. Как ты треугольник? Вот уже он треугольный. Ну? Ты по нему и шьешь? Баранки гну, а задняя часть-то, а как пришивается? Задняя прямая и бока прямые. А здесь уже потом сверху нашиваешь, у тебя получается гладко, и мило и комфортно. Ладно, ты мне потом напасть. И низ подбираешь. В общем, жутко намучилась с обратной стороны это все подшивать, чуть отглаживать, вот это все. Ну, тебе на самом деле поначалу с этого дела сушить через пончик. Посмотрю. Ты видишь, вот тут вот белая строчка идет? Это ну, врач. Мне вообще на самом деле напоминает это. Стежки намечающие нитки. Это воротник пришит вручную. Причем я пришивала его на маме. Я напялила на маму. Вот это, причем у нее грудь 5-го размера. У нее после родов. А вот его неправильно пришили. Да. Абсолютно неправильно. Я тебе что говорю? Сначала пришиваем вниз, потом вверх. А я сделала сразу на летний воротник. Пришивала. Но я его подгибала. Я одну часть в фиолетовую подгибала на одну сторону, белую в другую сторону. Его так изнутри пришила. Хорошо. Ладно, не буду ее. Не уебывайся. Я к тому, что я воротник пришивала на маме. Ну, чепчик тебе удался. Ебать, я его вчера за 20 минут сшила. Ну, ты не за счет этого удался. У меня у мамы грудь 4-го размера после родов, то есть у меня брат маленькому год. Я, короче, где-то вот до этого места я смогла натянуть этот лиф. Вот так вот прям, чтобы... Ну, дальше не натягивается. В смысле? Ты о чем? Своему женскому мини-футболе. Я на маме пришивала этот воротник, точнее, я булавочками его только подкалывала. А мне сегодня снимала. Что тебе мешает сделать нормально? Ну, я все сделаю нормально. В следующий раз я сделаю все нормально. Когда я знаю, как это делать. Прекрасно, я сделаю нормально. А? Да мне уже жарко. Я,
Я когда в этот... А снаружи интересно. Там куча черепков. Я когда была в костюме Перлы, у нее же длинные фиолетовые волосы, мне так хорошенько затянули эти резиночки сзади. Как у меня правая. Кстати, никогда не следит на улице. Лекция косплея. Почему не стоит? Смотри, как потому что они тебе очень долго пригодятся. Такие огромные это, крылья. Это да, это само собой. Вот нахрен так тратятся на такие говяные огромные крылья. Это еще маленькие. Да. Ты вообще никого не пригодишь. Да. Они снизу вот утыки были на Воронежском еще были нет. А эти крылья нет. Вообще крылья не должны смыкаться снизу. Вообще никак. Усаги учила этому. Крылья у тебя идут от вот, вот от этой мышцы до низа лопатки. У тебя должно быть вот такое вот расстояние между ними. Я тебя когда спрошу, как делать крылья, я к тебе обращусь. Ну, хотя крылья, я тоже думаю, что-нибудь такое. Крылья хочешь купить, на самом деле. Банальный театр. У меня денег не было. По деньгам самим делать? Походит так же, наверное. Потому что пока наебешься, пока форму сделаешь, крылья просто базово делаются, это на самом деле берется проволочный корсет. Каркас. И по проволоке ты уже, ну корсет, каркас, да. То есть, корсет и каркас, в моем понимании, это разные вещи. Корсет вообще. Однажды Эйнштейн сказал своей теще, я тебя, стерва, насквозь вижу. Эйнштейн. Так появился первый рентген. Дьякон Петров. Иди в жопу. Приходит пациент. И он сказал, я тебя стерва, насквозь вижу. Приходит пациент к врачу и говорит, доктор, в последнее время я стал такой злой, раздражительный, простите, что вы сказали? Не жри меня, сука! Убери с меня этих крокодилов! Ну, конечно. Я говорю, не выпускают. Да нет, именно ёбнутый. Нельзя за территорию выходить, вот так-то. Нас тут держат. Я, блин... Что, пошли запьем? Сейчас не выпустят, нифига. Вот. Мне спросить не у кого было, блин, в интернете очень мало информации. А можно вас люблю сигаретку? Да. Я просто вилла из лекарства, курица, и зажигалки. Вот. Спасибо. Понятно. А легкие одолжить? А легкие одолжить? Давай. Ну... Хреново. Потому что в камеру только говорить нельзя. Хреново. Я брули! Хреново. Да мы все, еще после Воронежа все после Воронежа, так что мы... Воронеж, там охренеть. Наверное, то, что ты пропустила целую жизнь за Воронеж. На самом деле, съезди туда хотя бы раз. Честно, съезди в Воронеж, там классно, там куча народа. А в этот раз у тебя юбилей был, да? Нет, в прошлом году. Балсерлов был. Воронеж классно, там куча народа, там такая атмосфера теплая. Совсем другая. Все говорят одно и то же, вот это. Такие слова. Там реально сказка. Да. Там сказки для косплееров. Серьезно. На фере, на базу построена. Там как бы организация более-менее нормальная. Спасибо. Организация более-менее нормальная. Там, то есть, там люди как-то по-другому, из-за того, что когда вот куча народа съезжается, и вот добрый, там, да, там так тепло, типа, о, привет, у меня, я не знаю, там, у меня ВКонтакте до хрена знакомых, которых, блин, я даже не помню, кто есть кто, там, один раз пофоткался. Они все добрые и хорошие. На самом деле, съезди в Воронеж. Там классно. И если она съездит, будет каждый год ездить. Да, если ты съездишь в Воронеж, будешь как-то далеко. От Москвы... 600 километров. Да, 12 часов на поезде. Мне ближе. Да тебя сейчас пиздить. Да, 12 часов, то есть 9. Короче, 9. Зашли, побухали, поспали и приехали. Нет, что в Питере? Ну, в Питере. А сколько до Ростова ехать, кстати? Я вот хочу. Долго. Долго? Там больше 1000 км. Ой, суток. Я на Таню хочу, я думаю, если еще на работу. Ну, на самом деле, туда проще через это, через Алиэкспресс на самолете заранее. Я высоты боюсь. Ладно, я пойду, спасибо. Давай, удачи. В общем, если что, я ненавижу, ебаный сын. Что ж ты не сказал? Что девушку не обижать? Она больше так оспорить не будет, если ты скажешь. Нет, если я скажу, как я хочу сказать, она, боюсь, вообще уйдет из меня. Вот я думаю. Не стоит. Не знаю.
взять. Девушкам будет пустой. У нас на следующий косплей. Косплейте Кайли. У нее классно. Вот я под нее подхожу. Она сиськи. У нее как раз маленькие сиськи, ты знаешь? Средние. Нормально. Побольше, чем у тебя. Что? Побольше. Там, знаешь, полразмера, я думаю, шиши покарась. Зато у меня такая же фигура, как у нее. Классическая восточная. Песочные часы. Вполне. Ну, под... Зляшки у нее тоже больше. Зато... Со мной не поможет, я все отвечу. Зато у нее есть маленький такой животик, как положено всем восточным женщинам. Для танцев, вот так. Которого ты не имеешь. Вам рассказать, где метро, девушка? А у меня вот тоже есть. У нее фигура такая же. У меня тоже маленький животик. Ой, конечно, маленький животик, да. Очень маленький. Совсем маленький. Вообще. И коварный. Правда, я вот как... хорошо, теперь я обращаюсь за советом. Как преодолеть вот такой момент, что хочется, но при этом есть элемент стеснения. Как в полуголом виде выйти все-таки. Одеваю боди, одеваю колготки, одеваю те же самые корсеты. Чтобы психологически получили, что одежды больше на теле? На самом деле половина народа, который, к примеру, да, он, грубо говоря, ну, полуфайтинги, там, купальные, там, типа, там, псевдокентайные изображают, что им делать? Они просто банально одевают те же самые колготки. То есть ты поверх ней уже колготок одеваешь купальник, там, с этим вырезом, у тебя, во-первых, другое ощущение, во-вторых, на самом деле, ничего там ничего не имеет. Ну, вот, единственный минус колена, что там даже колготок толком не натянешь, что у нее прямо как-то отсюда. Господи, ты бери не зимние, а бери летние. У тебя только две строчки спереди и сзади. Два чулка пришивают, их не видно. Я не беру зимние, не беру летние. Вот у другой, которую я хотела из Священной кузницы мечей, это зелененькая, она классная, мне понравилась. Я не знаю, как это рисовать. У нее вот прям вот отсюда начинается вот эта юбка. А здесь у нее нет юбки. У нее юбка, у нее длинная зеленая юбка, у нее длинный зеленый кусок ткани. Хорошо. Бедра у нее полностью, вот здесь прогресс вот до сюда. Ну, а здесь две какие-то резинки коричневые. Хочешь сказать, у тебя юбка отдельно, стринги отдельно. Хочешь сказать, стринги закосить элемент косплея, найти коричневый, покрасить. Нет, ну ты в другом плане. Стринги на самом деле там тоже не совсем подойдут. Потому что попку у нее ни разу не показывали. И при этом у нее вот эта вот ткань, она начинается практически вот отсюда. Это вниз разлетка, то есть ноги полностью. Вниз разлетка, у нее вообще-то от талии начинается от бедра. Хорошо, как там трусы натянуть? Не, у нее на картинках видно, что у нее здесь какая-то прямочка. Вот тут что-то у нее здесь два колечка, насколько мне память. Нет, у нее не два колечка. У нее одно колечко посередине, вот здесь вот от него идет ткань вот так вот вниз, зеленая. Ну, она, ну да, она пониже пупка. Да. Ну, у тебя здесь-то идет именно стрингами. Хорошо снимать уже, а?